А если ты хочешь поучаствовать в розыгрыше на такой вот скинчик, просто будь подписан на канал, напиши коммент и поставь лайк. Приятного просмотра. Ну что же, всем привет, дорогие друзья, вы как всегда на канале Лупоп. Сегодня мы вместе с вами плавно перемещаемся на садик Скинбокс, пополним данный сайт на 10 тысяч рублей обязательно. Если ты хочешь пополниться, просто вот сюда вот введи Лу33, обязательно капсом, не забывай об этом. Потому что если не вводишь не капсом, этот промокод, к сожалению, не работает. Что ж, десятка на балансе, давай начнем немножечко жести. Вот так вот 2024 кейс попробуем немножко, разочек буквально. Ну как разочек, три? Ну, перчаточки, Азимус, ну, тут все хорошо, в принципе. 18 тысяч рублей у нас с тобой на балансе. Давай тогда немножечко жести завезем на данный сайтик. Может быть, попробовать случайный нож за 15 тысяч рублей. Я надеюсь, он хотя бы окупит. Хотя бы там небольшой, ну, окуп хочется, но я думаю, это минус. Да, это минус определенно. Давай еще разочек тогда затраем. Глядишь, что-то хорошее из этого получится. Глядишь просто. Гадкнайф. Понял, спасибо большое. 11500. Это не то, что я хотел бы отсюда увидеть. Давай, 2024 на максимум. Просто вот прям максималочку забьем. Ну, блять, ну эти кейсы окупают. Эти кейсы окупают. Окупают до одного определенного момента, пока баланс не дойдет до своей критической отметки. Хорошо, давай тогда кейсик трейн попробуем. И что, пантеру онка хотелось бы? Ну, 1015, да, ты стоишь? 23! Блять, это, видимо, не самое закаленное в боях. Хорошо, на 2 кейса по 15 тысяч нам точно хватает. А давай 2 ебанем. А почему бы и нет? 2 кейса на живых полетело. И ничего здесь нас с тобой не окупило. Хорошо, один еще кейсик юзанем. Как будто бы какой-то есть шанс на что-то хорошее. Ну, а же, ну хотя бы тысяч за 15, дай. 13, не то. Ну мы будем открывать. Мы будем открывать до талого, пока эта шляпка не решится нас хотя бы один раз окупить. Но нет, по 13 тысяч все падает, к сожалению, в минус. Но я надеюсь, что хотя бы один вот сейчас, вот этот, остановись, парень, стой. 17 тысяч рублей. Клипкнайф, хорошо, давай еще. Давай еще разок, окуп. И будет с тобой у нас все хорошо. Автотроника. Ну, может стоить же денег, да? 22 тысячи, вот я вижу. 22 она и стоит. Хорошо, нет. Автотронику мы с тобой точно оставим пока что. Пока что у нас еще деньга имеется на балансе. Давай 3 кейса айфонус ебанем. Айфонус 15. Ой, так тут еще и окупает. Перчатки мангры точно плюс. Ага. А что если? Что если мы с тобой возьмем и вот эти вот штучечки запилим на X10. Хотелось бы на самом деле хотя бы один апгрейд увидеть, который сейчас, возможно, залетит. Стой! Ебать! Это что, питкрутку въебали меня, чешо? Хорошо, ну тогда нужно 2 апгрейда. Нужно 2, чтобы все у нас с тобой было хорошо, в принципе. Да ладно. Да ладно. Да, наебалово. Произошло небольшое наебалово, ладно. Перчатки бангры на X5, а на 27 тысяч рублей. А почему бы на нож ожоги, на штык? 20% шанс, возможно, все в этой жизни, но нет. Ладно, тогда мы сегодня в жесть полностью уходим. Вот это берем за 14 тысяч рублей. Ну не на X5, конечно, хотя бы на X2. Хоть что-то реальное показало бы. Ну что мы здесь с тобой выберем? Ну, давай, может, ну вот давай гадкнайф. Фейт, почему бы и нет? 40%, 49% шанс, и он у нас, кстати, не заходит. Ебать, Сём, ты разогнался, хоть тебя догонишь. Хорошо, продаем, продать, окей, выйти. 24 тысячи рублей у нас с тобой имеется, 5 кейсов, 2024 открывается. Ну, 2, 3, хорошо, плюсы хорошо сыпет. Прям посмотри, прям все отлично здесь. Прям здесь все хорошо, но на X10 должен зайти хотя бы один. Вот эти вот точно мы будем пихать на X5. Но хотелось бы X10 тоже бы увидеть. Ну ладно, первый минусовой. Ничего страшного как бы. Вот так. Давай вот эти вот перчаточки. Осторожно хочу. Хочу их. А давай. А нет. Ну ладно. Ну тут вот чисто 75% заходит. Ну ладно, пускай будет. Ладно, пускай.
Байонет? Нет. Байонет не хочется, потому что слишком маленький шанс у него какой-то, очень маленький. Татуировку дракона, понятно, автотроника, это все понятно. Давай хотя бы обратно до автотроники сделаешь мне. Плюс 14 тысяч рублей на балансе. Автотроника, кстати, у нас почти зашла. Ебать ты скамишь, это просто скам вот это вот. Ладно, еще раз, X5. Еще раз. Пускай будут зуб тигра. Поехали. Пожалуйста, хочу еще одни зуб тигра себе в инвентарь. И бац, они будут. Я думал, не залетят, кстати говоря. 23 тысячи плюс перчаточки. Ну, перчаточки можно тогда на X2 попробовать. Ну так, ради приличия хотя бы. Не все деньги отбирать сегодня у скинбоча. Вообще, на самом деле, хочется как будто бы что-то поинтереснее даже. Ну давай вот эти вот перчатки за 15 тысяч. Если, в принципе, они зайдут, то можно уже будет думать о выводе. А они, кстати, у нас с тобой зайдут. И 14 тысяч рублей на балансе. Хорошо. Кинбокс сегодня отдал минус, видимо, мне. Хорошо, давай тогда кейсик день рождения 5 раз. И сразу же зайдем в апгрейд. Если он мне сейчас еще из кейсов поставит, то это вообще будет дикий смех. Ну нет, с кейсов видишь уже все. Говорит, все, ты, говорит, что, обнаглел, что ли, парень? 4000 рублей, пожалуйста. 10%. Немножечко хочется вывести еще 10%. Но это мим, к сожалению. К сожалению, это мим, и ладно. Давай механу пучку тоже на 6000 рублей. Ну на что? Тут уже надо выводить то, что будет хорошо продаваться. Ну пускай будет неонуар за шестерик. А он, кстати, хорошо летел, но, к сожалению, нет. К сожалению, он пролетел мимо. Ладно, давай next skin. Вот тебя вот. На вот тебя вот на ягуарчик. Почему бы и нет? Действительно. Ну да, сомнительно. Сомнительно очень даже. Хорошо, пускай. Ну я, минус, в принципе, я весь сайт отбил. Давай гамма-волны. Блять, прямо с завода уже 7 тысяч рублей стоят. Когда, блять, они подорожали? Где я спал всю эту жизнь? Хорошо, понял. Этот заговор мы оставим на розыгрыш. Почему бы и нет, действительно. Давай кейс Гринч, 5 тысяч рублей. В апгрейды сразу же перейдем. Опа. Хроматическую операцию тоже мы с тобой оставим. Почему бы и нет, действительно, Redline не хочется. Давай как будто Hellfire хочется. Хочется, пожалуйста, Hellfire. Пожалуйста, стой! Ну нет, я думаю, все уже. Я думаю, к сожалению, уже ничего не поставит. Ладно, синий ламинат мы тоже заберем с тобой на розыгрыш. Перчаточки вот еще одни, может быть. Кстати, хорошо. Кстати, хорошо летит и... Уродец, опять на том же месте. Ты посмотри на него, ебать ту душу. Хорошо, еще один 10% пускай. Королева ягуаров. А давай. Скез батла не забрал, так вот отсюда заберем. Не заберем. Не даст он ее. Хорошо. Если Гринч опять открывается, 4 открытия делаем. Глядим, что тут у нас. Ледяной уголь это оставляем. Вторую операцию мы оставлять уже не будем. Ледяной уголь тоже пускай будет в инвентаре у Сёмы. На розыгрыш. А как же иначе? На розыгрыш. Азимов. Авапка. 8 тысяч. Почему такая дорогая, правда, непонятно. Но если она залетит, то будет все понятно Сёме. Но нет. Она не залетит. К сожалению, не залетит. Ладно, давай еще. Давай еще пробовать траить. Хотелось бы, конечно, больше вывести. Но если вот так... ты будешь дальше меня сливать, то больше не получится вывести. Вот сейчас бах, хорошо летел. И залетел! Ебать, хорошо. Бах, это хорошо. Правда, он филтест, это он столько не стоит, к сожалению. Но, дареному коню в зубы не смотрят. Так что похуй. Весь минус сегодня отобьем с тобой. Как мы дальше потом играть будем, я хер его знает на самом деле. Ну, понятно, это тоже мимо. Так, что у нас еще? 313 рублей. Тоже мы с тобой их прохуярим. Это на X5 хотя бы. Тоже вам на розыгрыш скинчик какой-нибудь. Вот здесь вот по Эндизере, например. А, например, по Эндизере... Нет, не зайдет. Ну, бля, опять так хорошо летел. Ладно. В принципе, в данном ролике было все. Деньги, тачки. Да, это самое. Ладно. Что ж, все, спасибо за просмотр данного видеоролика. Скинбоч поднял мне сегодня настроение очень хорошо и очень сильно.
Вы обязательно не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. А так, всем удачи, всем пока. Пока-пока. Пока.